советского предприятия. Степан Новоселов. Семейный портрет или именины на костылях. Комедия двух действий. Руководитель коллектива Оксана Турава. Действующие лица и исполнители. Тимофей, Игорь Седов, Бабка, Лидия Звездина, Михаил, Максим Харисов, Виктор, Алексей Звездин, Таня, Ирина Тарасева, Катерина, Любовь Лямшева. Пошла бы, у вас не спросилась бы. Да может он пьяница какой. Ничего не знаю.
Степан меня так обижаешь? Как ты его сама не любишь? Ой, да и то правда, не люблю, не вся родовина какая-то, вроде им спать не дали. Так, ну-ка быстренько пособирайся и на крышу, мать придет ругать будет, давай бегом быстренько. Боже. И чего фонарик пойдет? Чего еще такое? Что случилось? Я не хотел вам говорить, да если что случится, мне ж потом отвечать. Да что случится-то? Ну, не знаю, как по врачебному, просто он постоялец ваш первый, ненормальный он. Ой, господи, боже мой, да к нам кто-то приезжает, и все ненормальные. Да что ты равняешь, да этот-то свои, а этот настоящий, ну из дома из этого. Из какого дома? Из какого бывает, ты сумасшедшего. Танька, о чем он говорит-то? Из какого дома? Из какого сумасшедшего? Из обыкновенного. Да по что из сумасшедшего? Да откуда я знаю? А что ты его сюда привез? У вас гостиница, сюда я привез. А мне клуб надо оформлять праздник. Вот в город заехал, там говорят, нормальных нет. Только этот. Но с ним поосторожнее надо. Брать пришлось. Ну и да? Это ты сейчас вот там в Америю придумал? Ладно, не верите, я придумал. Я предупредил, теперь ни за что не отвечаю. Танька, ты по что ж ты не веришь-то? Да вы же так же не глянули на него своими глазами. А ты на него потом посмотри, когда у него начнется. Да может у тебя завтра тоже начнется. Так что мы тебя боятся? Да чего его-то бояться, он свой. А тот как чужой, так сразу, да? Зачем же ему придумывать-то? Да затем, чтобы я его испугала и не смотрела на него. Чего не пугать? Смотри, мое дело предупредить, а там как знаете. Да что вы слушаете? Он вас как дураков пугает. А вы говорите. Для Миши, для тебя. Мы тебе за ним каждый час смотреть не нужно. Подожди, куда ты уходишь? Есть школа. А что ты убежал сразу? Ой, сиди. Вот так же надо сидеть и делать школу. А что? Ой, не хотел тебе говорить, так если что-нибудь случится, Миша отвечает. Да что случится-то? Знаешь, тут вообще одному все, вдвоем, вдвоем, что с тобой делать? Одному. Да что одному-то? Да то, что больные они. Да, ну мужик что ли, ну видел лежит, ну и что? А бабка, ты знаешь, что она у них всю жизнь психиатрически посидела? Его видел лежит, хозяйку еще увидишь. Так подожди, это что, вся семья эти что ли? Вот именно, ты сразу на точку, ничего не знаешь. Вот я и зашел тебя предупредить, за это мы статья не. Так подожди, если они со справками, голову оторвут, им же это ничего не будет. Ну и давай тебе дадим, если ты не умори тут. Прям какой-то психушку, а тебе шуточки шутишь. Фу. Слушай, а если в клубе? Ой, чего я вот на тебя одного-то бить буду? Там кино бы себе две шубы надо. Да, слушай, а почему не в этой, ну, не в психушке? Так если всех сажать, то ты так тебе не работать так будет, так? Да, весело. А зачем мне девчонку на крышу гонят? Ну, бабка орала. А, на их где-то? Ну, так это лозунг привешивать. Зачем? Каменинам. Сам хозяин любит, чтобы он каждую неделю именин оставляли. Чтоб речи говорим, оставляли. Попробуй не сделать. И что пишут? Делают. Ну, на лозунг. Нормально пишут. Да здравствует день танкиста. Да, весело у вас тут. Ой, утопить-то сегодня? Не собирались никого, не слышат, не кричали. Как утопить? Ну как топят? В воде, конечно. А кого? Ой, разных бывает, пошел. Так подожди, а как же я? Ой, а что ты? Здесь сидеть и одному. Ой, если будешь делать все так, как я говорю, никто тебя не тронет. Пошел. Ну что он там сидит? Может сидеть. Точит, что ему еще делать? Что нам делать с ним? Ладно, сидите, пошел. Так подожди, ты уходишь, его оставляешь, а мы? Ага, вы что, кричать теперь поменьше, поняла, что? Не трогайте, не смотрите, не раздавайте и не раздражайте. Дима, ты слышишь, что он говорит, да? Ой, времена не слышу. Тогда эти времена начнутся, может, сегодня? Сегодня не начнутся. Если б сегодня, по нему бы сразу заметно было. Ну так завтра. Да ладно будешь теперь, сегодня, завтра. Начнется так начнется, нет так нет. Может, правду Танька сказала, а? Про Мишку, что ли? Не, ну зачем ему было наговаривать? Теперь самому бегать, проверять его каждые 15 минут. Нет,
Они как зашли, я сразу заметила. Чего он стоял, а Таня повидал, что пружинен совет. Нет, куда ее теперь нам прятать-то? Да чего он ей при нас сделает? Да при нас. А мы, ну, во дворе как поймает. Да пусть не выходит он. Таня-то дома? Тихо-тихо. Так пишет, складывает. Чего? Что он мешок, а там да на цыпочках, а то раздражишь. Ты как раздражишь-то? Да постояльца вон нашего, за стенкой сидит вот. Да кто сидит? Чего туда? Ты сначала в город езди, костыли привези, а потом кричи, а тот выйдет он, я без... Да кто выйдет-то? Костылей и пальцем не пошевельно. Пусть он вас тут. Кто выйдет? Кто? Увидишь еще кто, да поздно будет. Ну, да постояли же нас, кто ж тут еще из дурдома-то? Какого дурдом? Из сумасшедшего, из казенного, какого, как будто ты не знаешь. Что делать? Да чем принять сюда? Мишка привел, сказал празднику, вроде нормального нельзя. И чтобы именины мне сделали! Господи, это смени, на мину что ты с ним будешь делать? А как? Мне их хоть раз делали? Ничего, вот на пенсию пойдешь, юбилей будет, и все так делают, и мы сделаем. Так все со сломанными ногами не лежат, как я. А теперь, значит, за то, что ты по пьянке ногу сломал, именины устраивать, да? Не за то, что сломал, а за то, что лежу. Она вот ничего не верит и не боится. Ой,
охота, чтоб дурак был. Объяснили. Ну ладно, где тут не прорабы? Ой, я пойду изнутра посмотрю. Фонарик там, там, там. Так, стой. Алло. Да. Соединяете. Алло, это Виктор. Виктор это. Да, привет. Ты к моим не заходил? Слушай, зайди обязательно. А то и в магазин выйти некогда. Да и ребенка с не с кем оставить. Да я дней на пять. Да приеду потом расскажу. Да длинная история. Старика мне забегал. А, ну ладно, к моим обязательно зайди. Ну все, пока. Интересно, чего это он там передает? Про тебя, герой именинника. А при чем тут герой? А кто на мотоцикл садился пьяный, я что ли, а? А при чем тут именинник? А кто требует именины, чтоб сделали их? Мам, а может его просто не поменять? Ой, иди учи поменять, разведывать тут. А может и правду сменить? Человек приезжий, ну не хватает у него, так чё ж теперь, надим. Все что угодно делать можно. Может быть, мне не хватает, ну побольше, чем у тебя. Иди смени, Танька! Ба! Иди учи, я ж тут покажу. Надо ж. Еще и нажиться хотят за счет богом обиженного. Танька, не лазь на крышу. Пусть они там расплодятся, хоть весь потолок завалят. О, чему-чему этому ты научишь? Господи, хоть бы спасибо сказал. Ухаживаешь за ним, кормишь, поешь, а он... Да, и еще бы ты не ухаживала. А мне не ухаживания твои нужны, а костыли. И если ты в это воскресенье костыли мне не привезешь, я ползком на улицу выползу. Весна скоро, а она... Ну, три денечка отдохнуть, а минуточки не выкроить. А он разлегся тут, ворчит, еще недоволен, именины требует. Разлегся, значит, да? Специально, значит, разлегся, да? Хорошо мне, значит, лежать, да? Вот так сейчас еще лучше будет. Ой, да ты что, дурил что ли, господи, бабка? Каждый день теперь сбрасываться буду. Ну так а поступись, поступись, что ли? Я сейчас буду сбрасываться. Батюшки, не будете, сколько мне Бога будет. Я вам помогу, я тебе скажу. Да ты что, дурил, помогай давай. Смотри, парень, свинеть тебя будет. Ой, господи. Если они мне завтра же именины с костылями не сделают, я им устрою. У вас вообще в селе какая-нибудь власть имеется?
ненормальные с топорами бегают, а им клуб к празднику оформляют. И чтобы расценки поднял, два раза. Раз за работу, раз за вредность. Да нормальные они, сколько раз тебе еще говорить. А сказал, потому что чтоб ты на Таньку не смотрел. Да при чем тут Танька? Зачем мне твоя Танька? Ну ничего, пусть только сунутся. Ножичек у меня кое-какой имеется. Ой, да ну вас всех, они сейчас там утром и тут с ножиком. Я с тебя сказал, чтоб ты на Таньку не смотрел. А бабка-то вообще у них котят топить, и то не может. Чего? Ничего. Чего ты можешь? Нормально смотрю. Зачем? Не бегайте. Да, ну, никакие таблетки не пил. Ты голодный, ничего не ел. Вы лучше поесть спасибо. Да не будет он здесь. Отравленный подумает. А почему это он подумает отравленный? Возьмет и подумает. И а чего это будто он подумает? Да на вас посмотрит и подумает. Месяц костыли привезти не могут. Да мы что, травили кого когда что? Да не травили, так тут пить целую неделю собирает. Да ту неделю. Да хватит, лавры отнесите поесть, а не топить топить. Ой, по что прийти есть? Он выходил? Да, выходил. Ну, ладно, давайте тогда спать. А то завтра чуть переставать надо. Интересно. А я? А как же мои именины? Ой, Тимоха, да какие же именины? Ты что, снова начинать сбрасываться? Ой, Катя. Ой, господи, лежи тут. Так, ну что? Спать ложимся, то завтра перед тобой на цыпочках ходить. А приходить-то когда? Ой, да когда? Работу уже приходи, когда пишу. И что вы с баяном, ты хорошо, слышишь? Хорошо, хорошо. Не встали еще. Чего не спишь-то? Ты чего вы все такие? Какие? То как кладовщик, а то как мешком по голове. Каким еще таким мешком? Пыльным. Иди спать, ладно. Ага, уснешь к нему, дверь-то настежь. Ой, надо замок вешать или щелочку сделать. Там же ж ничего не видно. Он уедет, другой приедет, не посмотришь, что они там делают. Да спи ты, пусть спи. Не трогай ты его. Угу, спит, ладно. А что ты не спишь-то? Давай, иди спи. Иди ложись спи. Иди, в молодые годы только выспаться. А под старость тут только усни. Кто там? Кто это? Это Петя.
мне топор, который поострее. Молчи. Подглядывает наверх. Ты ложись, а я посижу. Я все равно уже выспался. Я там кому-то сейчас поскреплю. Перестаньте про это. Сам видел все. Слышал, знаю. До утра дожили. И слава Богу. А если он утром с сумкой убежал, значит не вернется. Мишка ж обещал его куда-нибудь устроить. Обещал. Дай-ка френчик мне. Вот они собрали же еще. Так что ж я потом при всех буду одеваться? Ну, ладно, ладно, не серчай, не серчай. Сейчас принесу. Вот, держи. И будешь ты у нас. Как за правда с ними. Я что, за нарочной, что ли? Ладно, не серчай, ну не серчай, не серчай. Смотри, Тимоха, сегодня Катька меня подзывает и говорит, сходи под Мау, не трогай по гостям. И там в старом вагоне припрятано. Ох, и ушла она у тебя, баба Тимоха. В магазинах ничего нет, а у нее в подвале в каждом сапоге припрятано. На кого выбирать-то, а? Ну, конечно. Ну, вот и я на полдня раньше с работы убежала. Ну, и молодец. О, как вот наши мимичи? Ну, а сидит, как новенький. А ты что, думала, наш папа полетел, что ли? Ну, ладно, пока мы собираем, быстренько переоденься и на крышу клади. Мам, сегодня? Ну, когда? Пока секундочку клади. Ну, пап, я же день рождения. Ну, ничего, ты сейчас встань, потом посидеть отдыхай. Сначала их топить, а потом... Ну, я сама вот тебе сказала. Ты мне просто достанешь. Па, кому скажи? Нет, Катя, что-то тут не так. Да что тебе опять не так, а? Не, ну ты подумай, мы тут сидим, а они там... А что они? Ну, они вырастут, что потом мы будем, а? Не, что-то тут не так. Ой, да не так, Тимоха. Ой, Катя. Что, Катя, Катя? Только что правда. Подождали. Ой, все, все, ни сегодня, ни завтра, ни вообще. Замолчите. Если сейчас она на крышу не сядет, то никаких вам именин, ни хреним, ничего не будет. Хочешь, вот так. Так, Катька, ну и мы же не говорим, кто хороший, кто плохой. Ну как бы ты подумай, правда. Ему именины, хотя бы утопит. Слушай, ну пусть они поживут день, а там, глядишь, и нам от их него кошачьего бога зачтется этот день. Все нам зачтется, все. Ладно, собирайте, я пошла. Ой, ну слава тебе, Господи, я думала, расстроится все. О, вот и музыка пришла. Музыка. Проходи, садись, Мишка, садись. Садись, проходи. Ну как, устроила я этого? Улаживается, Антон, улаживается. Нет, ты мне скажи, ты его устроил или нет? Решается, говорю, что тебе решается. Да пока вы там будете решать, он сюда прибежит вот с таким ножиком. Да говорят, тебе решается, решается. Ой, да ладно, ну вас, так бы сказала. Ну, я... Вроде ленинная. Так, где тут горе? Давайте. Ну, все, не все. Давайте, давайте. А больше никого не звали. Ставьте стол. Давайте стульчик, давайте стульчик. Наливай, Мишка, а то мне неудобно. Ой, а тот-то не вернется. Дожил до света.
свои все собрали, и никто сегодня тебе плохого слова не скажет. Ну, если что не так, ты наш проси. Давай. Спасибо, Катька. Спасибо, ой, Катерина. Хорошо сказала, Катька. Наливай, Мишка. Теперь я скажу. Как-то так не принято, говорят, что это стоя. Мишка, Санька, ну приподнимите его, что ли. Ой, да чего меня поднимать? Ну, как видно было. Ты что ты привязал? Ой, да вот это такое. Прям лишь бы смешно было. Ну, говори, только скажи громко и построже. Знакомых много, которые там были.
похожи на них. Ой, ну при чем вот это? Просто посмотри на нас, я свои вспомнил. А по что он будто вспомнил, когда посмотрел? Ну, поглядел и вспомнил. Ну, вы тоже такие, да? Ой, ну привяжься. Ну, может, нельзя посмотреть, а тебя вспомнил про дурдома. Спасибо. Хватит. Нет, если каждую неделю, да где ж они берут-то, а? Кого? На кого? Водку, кого же еще? Ой, так они с водой, кто им даст это настоящее? И вообще, нормальный парень, чего он вам? Не, давайте, вот там он сидит в своем этом гостинице, а мы хоть шепотом подогуляем здесь. Ой, ну почему же шепотом? Давайте выпьем, да моего супруга Тимофея Ивановича. Ой, Тимофей, вот таким, каким ты есть. Ну, а я такой, такой. О, Васька, ты чего? Да перенервничай, они не случают. Ну так, зачем? Да видно, пошло-то стало. Все бегают, орут, ревут, кого-то так пистолет собирается. Не поймешь, кто дурак, кто умный, а он не жив. Бедный, забытый всеми, работал, работал, как вольно обрывался, ждал этого дня, что на него внимание обратят, и забыли, видно, только позже к нам это доверяется торпить. Это все ты виноват, кладовщик проклятый. Таня, ну ты что? Напридумывал тут, а папка теперь, уходи отсюда. Ты что, Таня, ну ты же знаешь, как я тебе, я даже вот баян принес, сейчас отгуляем за всю жизнь. Да ты что ж, для безногого какой-то косовую, да? Да он над нами с самого начала издевается. Да какой мне издеваться, Таня, ну я ж для тебя, ну все. Уходи, уходи. Таня, ну... Папка, папка, скажите ему, пусть он уйдет, я не могу его видеть. Таня, ну зачем так? Ну ты ж знаешь, как это тебе бабка. Ой, ну идет какая-то, ну дядя Тимофей, ну скажите же ей. Уходи. Ага. Из-за тебя все, да? Специально приехал? А ну-ка, психи, не поднялись, сразу на три ножа нарветесь. Мишка, давай замок, быстрее, быстрее, замок давай. Ой, не надо шпинит. Замок давай, не могу и там. Принесла. Ой, не дает, милая, она старая. Выпустите меня! Выпустите! Я тоже псих! Я тоже ненормальный! Я тоже сидел! На поле танцы рокотали, солдаты шли в последний